Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, их описание по книге «Великий музей мира» Франц Халс. Портрет Исаака Массы и его жены около 1622 года. Холст Масла 140 на 166. Халс является основоположником реалистического направления в голландском портрете. Он первым стал изображать заказчиков в неформальной обстановке и непринужденных позах, живыми, чаще всего веселыми лицами, в свободной манере. Живопись мастера полна витальной силой, отличавшей искусство фламандцев, к которому по происхождению принадлежал Халс. Вскоре после его рождения семья бежала из захвачена испанцами Антверпена и обосновалась в голландском Харлеме. На этой картине художник запечатлел богатого торговца Исаака Массу и его жену, дочь бургомистра Беатрикс ван дер Лан. Портрет был заказан живописцу как свадебный, поэтому невеста с гордостью демонстрирует кольца, обручальные и надетые во время бракосочетания. А жених прижимает к груди руку. Этот жест символизирует любовь и верность. Молодожены изображены в так называемом саду любви, где виднеется статуя Юноны, древнеримской богини, покровительствующей браку. Ходят ее птицы, павлины, и льется струя фонтана, символ плодовитости. Растения здесь тоже наделены смыслом. Куст чертополоха, рядом с которым сидит Исаак, означает мужскую преданность. Плющ, здесь стелющий по земле, долг жены следовать за своим мужем, а виноградная лоза, обвивающая дерево, вечную связь супругов. Но символы отходят на второй план перед эмоциями изображенных людей. Доволен жизнью Исаак, кокетливо миловидная Беатрикс. Их жесты выражают нежность, испытываемую влюбленными друг к другу. Свободными, открытыми и точно положенными мазками живописец передает фактуру ткани и листву, но лица пишет гладко, а кружева мелко и тщательно. Халс умел отразить и улыбку счастливого человека, и легкость облака, и блеск бархата. Французский художник и писатель Эжен Фрамонтен заметил: внезапное ощущение самой сущности вещей, безошибочное чувство меры, умение быть точным без разглагольствования, дать все понять с полуслова, быстрая, ловкая и строгая кисть – таковы в период расцвета таланта и творчества несравненные достоинства этого превосходного художника. Ну вот такое описание к работе Франца Халса, портрет Исаака Массы и его жены, около 1622 года, по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.